Друзья, всем огромный привет! Итак, в этом видео сегодня создание слайд-шоу из ваших снимков или видеофрагментов. И я вместе с вами сделаю на телефоне рекламу своего нового набора пресетов Dark City. Давайте посмотрим, какой ролик мы в итоге с вами получим. И работать мы будем в приложении InShot. И для создания таких крутых переходов я включу пробный период Pro. Подписку можно отменить в разделе подписки в Google Play в любой момент. Бесплатный пробный период дается на 7 дней, и за это время мы можем использовать с вами все крутые фишки этой программы. А теперь самое время подписаться, потому что впереди тебя ждет очень много интересного и полезного по обработке фотографий и все, что с этим связано. Но мы не будем терять времени, поехали! Итак, друзья, открываем InShot, кликаем на значок «Создать новое видео», выбираем «Фото». В каком порядке вы будете выбирать, в таком и порядке эти фотографии встанут на ваш таймлайн, то есть в видеоролик. И так как на первом фрагменте у меня должна быть изображена коробочка с пресетами, я и кликаю ее первую. А дальше располагаю фотографии в том порядке, в котором хочу, чтобы они появились в моем ролике. Кликаем галочку. Итак, друзья, вот так вот выглядит мой ролик. Сейчас по умолчанию на каждую фотографию выделено 5 секунд воспроизведения. Это мы изменим с вами чуть позже. Первым делом, так как у нас версия Pro, давайте сделаем крутые переходы. Итак, для того, чтобы нам добавить сюда переход, нужно кликнуть вот на эту кнопочку с изображением белого квадратика и слэша внутри. И теперь вот такой богатый набор переходов нам доступен, и мы можем целую неделю создавать ролики, используя профессиональную версию. Итак, мы выбираем эффект перехода. Появляется вот такая вот шкала, которая дает возможность изменить длительность перехода. Но это нам пока не нужно, потому что мы будем менять еще и длительность изображения самих фотографий. Пока просто выбираем переход. Итак, первый переход у меня glitch эффект. И он сейчас пока зациклен. И я могу выбрать два варианта. Либо применить справа галочка только к одному переходу между двумя фотографиями. Либо, нажав на левую галочку двойную, можно применить полностью ко всему изображению. И этот переход встанет абсолютно на весь таймлайн, на каждый переход между моими снимками. Но мне это не нужно. Я хочу разнообразить свой ролик. Поэтому я кликаю на правую галочку. Как вы видите, иконка изменилась. И теперь на ней изображена иконка перехода. Glitch. Переходим к следующему переходу. Выбираем. Давайте сделаем вот такой. Отлично. Опять у меня показывает цикличный переход, чтобы я его внимательно посмотрел. Все, я выбираю. Мне нравится. Переходим дальше. Давайте попробуем вот такой переход. Почему бы нет? Замечательно. Дальше. Давайте посмотрим, какие переходы есть еще. Вот, например, эффект под названием ломтик. Отлично. Кликаем галочку. Переходим дальше. Не забудьте, что справа вы также можете отмотать. Здесь есть дополнительные переходы. Например, вот такой. Почему бы нет? Дальше. Здесь также можно отмотать. Такой. Почему бы нет? Двигаемся дальше. Такой. Отлично. Двигаемся дальше. Вот этот мне нравится. Итак, постепенно добавляем эффекты на каждый переход. Ничего страшного, если эффекты будут повторяться. Например, те эффекты, которые мне нравятся, я их с удовольствием повторю. Вот нижние переходы, честно говоря, вот где светлые, мне не очень нравятся. Смотрите, как они выглядят. Ну, в общем, какая-то шняга. Ну, это тоже что-то как-то... А вот это, пожалуй, в виде пленки будет поинтереснее. В самой верхней панели у нас бесплатные переходы. Вы ими можете пользоваться, даже когда не подключили версию Pro. Итак, друзья, мы с вами расставили все эффекты, все переходы. В самое время теперь определить длительность нашего ролика.
Сейчас у меня ролик стоит на минута 16. Я хочу сделать весь ролик динамичный, чтобы он был у меня на 30 секунд. И этот ролик как раз поместится на 2 сторис. Здесь придется действовать методом тыка или подключать вашу интуицию. У меня было 18 фотографий. Это не очень делится на кратное число, чтобы выставить ровно 30 секунд. Давайте подберем. Итак, сейчас минута 16. Время, как я уже говорил, на каждую фотографию отводится 5 секунд. Давайте сделаем 2 секунды. И кликаем на левую галочку «Применить ко всем». Применить ко всему. Теперь у меня ролик составляет 24 секунды. Можно сделать чуть-чуть подлиннее. Давайте сделаем 2,3. Применить ко всему. Ровно 30 секунд. Отлично, друзья. Итак, мы создали с вами ролик. Пока не будем его просматривать, нам не хватает здесь красивых, крутых надписей и мелодии. Давайте для начала добавим надписи. Итак, на первый фрагмент я надпись делать не хочу. Хочу, чтобы у меня первая надпись появилась после того, как эффект закончит свой показ. Вот, смотрите, я двигаю таймлайн пальцем. Вот, эффект закончился показывать. Вот здесь я хочу установить надпись. Итак, кликаю посередине по центру буковку «Т», текст. У меня появляется сразу возможность написать. Первое слово, которое я хочу сделать, это «минимализм» на английском. Друзья, почему на английском? К сожалению, русские шрифты в большинстве своем не меняют свой внешний вид, когда вы меняете сам шрифт. Ну, просто эти шрифты созданы для латинских букв. Вы можете, конечно, поэкспериментировать, но вы не выберете красивый шрифт, я вас уверяю. Поэтому я пишу английскими буквами. Или, как принято говорить, латиницей. Итак, минимализм. Далее смотрим. Мы можем выбрать сам шрифт, кликнув на буковку А. Дальше мы можем перетянуть шрифт. Теперь дальше. Смотрите, интересный эффект. Видите, справа здесь движется такая вот окружность. Давайте мы посмотрим, что это. Итак, здесь мы можем расположить эффект входа, как вы видите, и выхода. Что это такое? Давайте кликнем на вход и поставим, например, вот такой вот эффект. Вот так он будет действовать в самом начале. То есть так шрифт будет появляться. Отлично. Теперь смотрите, я кликну на выход и поставлю вот этот эффект. А так эффект будет заканчиваться. Итак, кликнем галочку. Теперь мы можем выбрать положение текста. Я его сделаю вот таким вот образом. Для того, чтобы при публикации в сторис нижняя панель в Инстаграме, в сторисе, не закрыла мой текст. Давайте посмотрим, как будет это выглядеть. Кликаем play. Вот так он заходит и вот так он выходит. Но я хочу сделать, чтобы у меня текст отображался немного дольше. Итак, я кликаю на сам текст, вот на эту зеленую панельку. И теперь, двигая вот эту вот стрелку, я могу растянуть время воспроизведения моего текста. Итак, он у меня будет появляться вот здесь, на этой высотке. Потом девушка, потом мотоцикл. И вот на этом снимке пусть он у меня будет заканчиваться. Давайте мы его проведем до момента, когда должен начинаться эффект. И перед самым началом эффекта я остановлю правую часть надписи. Отлично. Кликаем галочку. Наш видеоролик стоит именно в том моменте, в котором мы его только что остановили. Переведем немного вправо, когда закончится следующий эффект. Нажимаем на текст. Добавляю следующую надпись. Кликаю «Текст плюс», «Modern Style». Выбираем шрифт. Да, пусть он будет такой. Выбираем вход и выход. Давайте вход пусть будет у нас вот таким, а выход пусть будет вот таким. Кликаю галочку. Так, теперь давайте также протянем. Закончу я этот текст здесь. Кликаю галочку. Ну, друзья, принцип вы поняли. Дальше мы добавляем текст, как вам нравится. Добавляем эффект входа и выхода текста. А я, соответственно, это видео ускорю для того, чтобы нам не терять зря времени. Итак, друзья, текст мы с вами вставили, и нам для этого ролика теперь не хватает только лишь мелодии. Итак, кликаем на нотку значок «Музыка». Обратите внимание, здесь есть три иконки: песни плюс, звуковые эффекты и запись. Запись вы можете нажать «Добавить свой голос». Звуковые эффекты вы можете добавить различные переходы. Они здесь есть, кстати, в бесплатной версии. Я этого делать не буду, но вы потом с этим ознакомитесь. Выстрелы, всякие свущ эффекты, гличи и так далее. Я кликаю на нотку «Моя музыка».
Обратите внимание, что здесь вы можете извлечь аудио из любого видео. Но я это сделал на компьютере, и поэтому я открою это из своего альбома. Вот моя мелодия. Так, друзья, я хочу мелодию сделать, например, не с начала ролика, а с какого-то определенного момента. Вот здесь у меня идет затухание музыки. Мы это видим по диаграммке, а потом нарастание. Я хочу сделать обрезку музыкальной дорожки. Как это делать? Кликаем на музыкальную дорожку. Теперь в панели над дорожкой нажимаем кнопочку «Раскол». Кликаем на левую часть, которая нам не нужная. Она выделяется. Видите, обвелась такой белой рамкой. И теперь мы можем эту часть удалить. Кликаем «Удалить». Дальше мы выбираем нашу звуковую дорожку. Удерживаем ее. И перетаскиваем таким образом, чтобы она у нас легла прямо с начала нашего видеоролика. Так, это мы сделали. Но мелодия, как правило, длиннее, чем видео. Поэтому здесь нам также нужно сделать обрезку. Двигаем до конца наше изображение. Кликаем на звуковую дорожку. Кликаем «Раскол». Автоматом выделяется в данном случае ненужная часть. Следите за тем, чтобы не удалить нужную часть. Так, теперь дальше смотрите. Кликаем два раза на звуковую дорожку. Мы можем сделать ее потише. Я обычно делаю так, чтобы мой зритель не оглох. Громкость я убавлю до 50. И теперь внизу вы видите два ползунка. Усиление и затухание. Здесь можно отрегулировать, как у вас будет начинаться и заканчиваться ваша аудиодорожка. В начале ролика у меня усиление звука уже присутствует. Я его делать не буду. А вот затухание я добавлю, чтобы музыка резко не обрывалась, а чтобы она постепенно затухала и исчезала. Но так как сам ролик у меня коротенький, мне достаточно будет сделать затухание там буквально одну секунду. Ну вот, один и один. Кликаем галочку. Собственно говоря, друзья, ролик наш готов. Ну и давайте посмотрим, что мы получили. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands. Так, друзья, ролик готов. Его можно прослушать, можно сохранить. Нажимаем в правом верхнем углу «Сохранить». Соглашаемся с условием «Сохранить». Выбираем качество, я в данном случае наилучшее, и идет обработка и конвертация видео. Это происходит достаточно быстро, долго вам ждать не придется. Я немного ускорю, чтобы сэкономить время. Итак, отлично, у нас этот видеоролик сохранен в нашем альбоме, но мы его прямо отсюда можем тут же разместить. В Инстаграм, Твиттер, в любые соцсети, которыми вы пользуетесь. Теперь давайте я вам покажу, как отменить подписку. Чтобы отменить платную подписку по истечении 7 дней, вам, кстати, за 2 дня придет предупреждение и напоминание о том, что вам нужно либо отменить подписку, либо ее оплатить. Итак, кликаем на Play Market, кликаем сверху на 3 полосочки, выбираем подписки. Вот стоит бесплатно до 12 сентября. У меня одна подписка на InShot. И внизу, как вы видите, отменить подписку. Кликнув сюда, с этого же момента вы не будете нести никакие обязательства перед программой InShot, но также, соответственно, у вас и скроются все платные функции. А на этом, друзья, все. Не забудь подписаться, потому что впереди тебя ждет еще много чего интересного и полезного. Желаю вам красивых фотографий, шикарных видеороликов, море подписчиков в Инстаграм, восторженных зрителей вашим фотографиям, вашему творчеству. Всем пока и до новых встреч! Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team, take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better my rap, better my name. Killing rappers on my hang, I'm by their chains.